Сегодня 10 июня. Озимая пшеница, сорт Льговская 4. Предшественник ячмень. Посев где-то 20 сентября. Норма высева 2 миллиона. Здесь нет разных сроков по этому предшественнику. Здесь вот один срок. Это 20 сентября. Норма высева 2 миллиона. 3 миллиона. Это максимальный фон. Здесь азота больше, в действующем веществе больше, чем 130 килограмм. 3 миллиона. 4 миллиона. Здесь она уже начинает ложиться, Льговская. 4 миллиона. 5 миллионов. Ну и 6 миллионов. Так, норма высева. Что мы здесь можем посмотреть в нижнем ярусе? Ну, в целом, как бы, конечно, пшеница в нижнем ярусе страдает, вегетативная масса именно нижнего яруса уже, можно сказать, ее нет. Остается средний и верхний. А по кущению, ну, в основном одиночные растения, тонкие, если есть кущение, то это тонкие стебли. Так, 5 миллионов. То же самое. Но картина немножко получше. 5. Это у нас уже 4. Традиционная норма. То есть вот осталась стерня от ячменя. Это 4 миллиона. Но в целом чистая. Это 3 миллиона. 3 миллиона. Ну, нижний ярус уже получше. Вот так густо выглядит достаточно. Не сказать, что это 3 миллиона. Ну, так на первый взгляд. А это, допустим, 2. Лист широкий. Льговский. Да, здесь получше. Но из-за того, что срок сева был 20-го, если бы это было бы 10-го, допустим, конечно, внешне бы выглядело, я думаю, пшеница лучше. Выглядело бы лучше намного. Ну, это максимальный фон, с ним понятно все, потому что как бы насколько есть различия. Допустим, максимального со средним или максимального с естественным фоном. Это средний фон. То есть здесь нет признаков полегания. Здесь где-то 200 кг селитры аммиачные и в пределах 150 кг диаморфоски. В целом, ну, неплохо выглядит. Могу даже пройти. Ну, конечно, 2 миллиона они, ну, как бы просвечиваются. Также и на 3 миллионах я вижу просветы. Но, конечно, срок он сыграл как бы роль свою, потому что именно после того, как пшеница вышла из зимы, то есть она выглядела, ну, очень, ну, так, плохо. Я даже не стал здесь оборонить посев, потому что боялся, что просто все засыплю. Так, 2, 3, 4, 4. Вот 5 миллионов. И то здесь даже есть немножко ложится. Ложится пшеница на 5 миллионах.
6. 2, 3, 4, 5, 6. Так, это у нас получается средний фон. И, естественно, фон уже такой. Фон естественный. Ну, то есть здесь уже много очень таких вот пятен, вот этих вот просветов на 6, допустим, на тех же 6 миллионах. Вот посев вот так может выглядеть. Здесь, правда, это все не так явно, но типично это вот, вот так. Но этих пятен здесь достаточно. То есть вот. То есть все неравномерно. Здесь не вносились удобрения. Возможно, что-то осталось от предшественника. Это 3 миллиона. И вот как раз 2 миллиона. Ну, конечно, они отличаются от среднего и высоких фонов, как бы там ни было. Льговская 4. Такой вот визуальный эффект. Сегодня 10 июня.